Таня, ножки у тебя и так длинные, посмотри рядом, какой жених прекрасный стоит. Да сзади посмотри, да не туда, ты смотришь, да не туда, снеговик вон, глянь, какой красивый. Твой фасончик, Тань. Прикольная маска, Танюха. Не знаю, что, правда, мне с ней делать, но глазами моргаю. Всем хорошего настроения и прекрасного дня. Бабочки в моей голове, это любовь к тебе. Не спрятаться, не скрыться. Слушайте, вышла на улицу. На улице просто лето. Реально лето. А я еще одела кофту такую, достаточно теплую, что-то мне в ней жарко. Короче, ребят, походу нужно гардеробчик уже перестраивать на летний. Ура! Кстати говоря, о птичках, те, кто не знает, я как только сажусь в машину, у меня вот такая вот волшебная штука. Это у нас что? Правильно, антибактериальный спрей для рук. И вот, собственно говоря, всегда я ручки пшик-пшик и еду. Ну вот мы в моем любимом лифте. Я надеюсь, что в этот раз я не застряну. А так, конечно, надо поправляться. Что думаете? Похудела я, да? Сильно. Кстати, я поправилась. Когда я уходила, было 42, сейчас 46, по-моему. Вот осталось 2 килограмма заветных, и все супер. Всем привет! Вот я получила свой чайник, который выиграла в конкурсе у Тани Строковой. Все честно, все прозрачно. Принимайте участие в таких же розыгрышах. Получайте свои подарочки. Спасибо, Танечки. Всем удачи. Я мужчина твоей мечты. Поздравляю, ты мой жена. Теперь тебе все нельзя. Телефон весь контакт удали. Из контакта свою страницу удали. Брэд Питт не смотри, меня смотри. Дом 2 не смотри, Барба смотри. Фейсбук не ходи, ноутбук не бери. Кухня сиди, баран вари. Туда не... В общем, ребят, кто у меня в гостях, вы не поверите. Юлька! Уже поверят, я же сторис выставила. В общем, короче, мы хотим рассказать то, что заказали мы очень крутой кальян. Любителям кальяна я вам оставляю ссылку. Ребята привозят абсолютно все, и чашу, и табак, и уголь. В общем, все, что предназначено. Полный комплект. Полный комплект, да. Вот, поэтому любителям подымить я вам оставляю ссылочку. Сейчас как раз-таки на время карантина, я думаю, что очень актуально. А мы вас в целом обожаем, мы дальше продолжаем отдыхать.